Три дня торжеств ждут белорусов в следующие выходные. За неделю до 3 июля организаторы рассказали, что готовят для того, чтобы День независимости прошел интересно. Приближение праздника можно будет ощутить уже в субботу. Во Дворце Республики состоится праздничный концерт и откроются несколько выставок. 2 июля по традиции станет днем вышиванки. Это 12 часов развлечений, арт-площадки, флешмоб для влюбленных. Национальная кухня в Министерстве культуры обещают, равнодушных не останется. Главное же событие. Тем Дня независимости, конечно, станет парад. Около 6 тысяч человек и 500 единиц техники уже в готовности номер один. Парад войск Минского гарнизона проводится в расширенном формате. И это символизирует самое главное и самое важное. В Республике Беларусь есть что защищать. Мир, стабильность и безопасность. И есть чем защищать. У нас есть современная армия. У нас есть органы системы обеспечения безопасности, которые достойно выполняют свой долг, и есть соответствующая техника. Вечером минчан и гостей столицы приглашают к стеле «Минск. Город-герой» на галоконцерт и праздничный салют из 30 залпов. И подарок для молодежи – ночная дискотека с любимыми исполнителями.